так что-то одно выделить тяжело. Я думаю, ну как бы такая запредельная страсть у ребят была. Жажда борьбы, я не знаю, болельщики, конечно, вся эта обстановка такая. Я просил, как бы мы всегда просим ребят, чтобы меньше отбрасывать шайбу. Даже с такой мастеровитой командой, как Донбасс, просим ребят сохранять шайбу, больше ее там возить в зоне соперника. Ну, как бы, может, за счет того, что терпение проявили чуть больше, там где-то в моментах некоторых сыграли проще. Ну, как бы не могу сказать, что Донбасс не справился с эмоциями. Ну, такая, как бы, получилась очень, очень интересная, ровная борьба. Ну, где-то нам, может, повезло больше. Плюс еще фактор, наверное, как говорится, свои стены дома тоже помогают. Ну, вот такое вот. Опять же, это традиция. Ну, ничего, как бы, такого особенного. Поздравили с первым шагом в финале, ребят. И, ну, как бы, готовимся к следующей игре.